Ну вот мы прибыли домой с магазина, как вы уже видели, погуляли по детскому магазину и делали сегодня покупки для наших любимых Марика и Сандры. И вот такую игрушку мы приобрели для Марика. Он у нас очень-очень любит пиратов. Он у нас играется с пиратами каждый день. И поэтому мы ему решили приобрести сундучок, где есть пираты, где есть лодки, сокровища, пушка. Давайте мы это откроем все и посмотрим вместе. Ух ты! Ух ты! Сейчас. Какая большая коробка. Так, что тут? Какой сундучок. Ну-ка. Наверное, что-то сияние, что-то такое. Да. Вот это фотографии. Эти фотографии, по-видимому, ставятся вот вовнутрь нашего сундучка. Да? Только подождите, не вырывайте. Мы сейчас посмотрим, как они вставляются. Вот, одна готова. Давай вторую мы поставим. Давай. Так, вот вторая готова. Такая сякая сбежала из дворца. Такая сякая покинула отца. Так, ну вот, мы собрали наш чемоданчик с нашими пиратами. Вот мы докупили еще вот таких вот двух пиратов, чтобы у нас их было как можно больше. Чтобы было интереснее играть. Сейчас мы их тоже откроем. Пиратов, да. Теперь у тебя будет очень много пиратов, да? Так, смотри, какой интересный, усатый. Ух ты! А этот пират уже наворовал где-то мешок с деньгами. Вот, подожди-ка, у него тут оружие еще есть. Давай мы ему оружие поставим. Вот так. Поставь их рядышком, мы покажем наших пиратов. Они будут стрелять. Они будут стрелять. Пират будет стрелять пушкой. Да, мы сейчас все это покажем обязательно. Вот такой у нас получился домик пиратский. Вот целый остров, да, Марик? Посмотри, это есть пушка, пират стоит, уже вооружен. Такая пальма красиво растет здесь, что у нее даже тут орехи какие-то, да, наверное, кокосы висят. А на этой стороне, ух ты, попугай. Привет, попугай. Ай. Привет. Какой ты хорошенький, разговаривать умеешь. О, а это пират, у него что, сокровище? У него целый сундук сокровищ. И здесь очень опасно. Тут вот лежат черепа. Тут горит факел с огнем. Очень опасно. Привет, Билл. Давай посмотрим, что это такое. О, Джон. Я думаю, что это пиратский остров. И мы здесь можем с тобой поживиться. Но, Билл, у них есть пушка. Я боюсь сюда приближаться. Джон, не бойся, у нас есть оружие. Они будут... Нет, это не надо брать. Подожди пока. Они будут стрелять пушку. Ой, мы приплыли. О, как нам тяжело, мы упали аж. Что это такое? Это что, остров? О, ты
Посмотри, Джейк, мы обнаружили еще один сундук. Не трогать! Это мой остров! Я никому не разрешаю здесь приближаться! Это мои сокровища! Но мы тоже его нашли! Этот сундук, он... Нет! Это мои сокровища! Это мой сундук! Уходите с моего острова! Послушай, а давай мы его обхитрим. Как? А давай поменяем сундуки. Да, но мы не знаем, что в его сундуке. Давай посмотрим. Давай. Слушай, пират, а ты не хочешь пройтись? Прогуляться со мной? А что это мне с тобой идти? Ну, просто покажи мне свой остров. Ну, хорошо. Пойдем, я тебе покажу. Ох, я иду с сундуком. Нет, оставь свой сундук, он тяжелый. Но я его никому не отдаю. Ну, пожалуйста, не нужно, мы же все свои, мы пираты. Ну, хорошо, пошли. Вот, посмотри, это мой друг. О, привет! А ты кто? Я охраняю наш остров. Это наша пушка. Она что, настоящая? Да, настоящая. А тем временем хитрый пират побежал проверять сундук. Ну-ка, давайте посмотрим, что тут есть. Сокровище. Ох, какой тяжелый. О, так тут целая находка. Тут есть золотые монеты. Здесь есть кувшин золотой и золотая корона. Надо срочно ждать моего друга и убираться отсюда. Я пока поставлю сокровище в лодку. Так. И сяду. И поплыву. И уплыву. Да, но как я предупрежу теперь своего друга? Надо подменить сундуки. Я, наверное, поплыву, а потом приплыву за ним. Ну ладно, я посмотрел ваш остров. Теперь мне пора дальше. Давай я тебя провожу. Что случилось? Я не вижу своего сундука. О, горе мне, горе! Меня обворовали! Где же мой сундук? Ну как? Как это случилось? Я же все время был с тобой. А где твой друг, который был рядом? Я не знаю. О, горе мне, горе! А что в твоем сундуке? Я не знаю, что в моем сундуке. Давайте посмотрим. Что там? Рыба. Так там тоже сокровища. Какие они глупцы. Они повелись на корону, которая не настоящая. Так вам и надо. Забирайте свой сундук с фальшивой короной. А все деньги... останутся моими. Убирайся отсюда, подлый пират! О, я ухожу. До свидания. И так на острове осталось 4 пирата. С пушкой, которую вдогонку они стрельнули в них. Пш, вау! Я тебя не хочу попробовать. Замечательная пушка по-настоящему стреляет. Вот такая у нас прекрасная игра. О, да, о. Детки? Все, теперь скажите пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Лайк. Спасибо, что были с нами.